Okay. Окей. Готов. Кстати, как там Мика? Понятно. Рерайтинг. Обесценены из-за нейронок, но пока нету достойных таких безошибочных алгоритмов, поэтому какое-то время еще есть. Я помню, лет 20 назад, когда только-только сайты всякие появлялись, на рерайтинге народ тоже нормально зарабатывал, очень хорошо. Это заебись. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Так. Бахер. Вот еще. Да, вот так вот. Я твой смотрю стрим и свой запустил. Получается какая-то бесконечная рекурсия. А если я включу на своем стриме твой стрим, на котором ты смотришь мой стрим, что получится? Голоса накручены сами за лучший падик. Кек. Такое уважаем, конечно. Как же без конкурса лучшего падика? Всем привет, на стриме. Ну, Кока-Кола. А, ну не Кока-Кола, не сократила штат. Как тебе такой контраргумент? Может быть, петля времени? Блин, не хотел бы я в петлю времени попадать. В последний раз это было лет 7 назад. С помощью курительного месси, скажем так. Из этой петли очень тяжело выбираться и очень страшно. Да. Ну ее нахуй, эту петлю. Димончик сегодня идут. Красава, красава, Димончик, согласен. Хоть не на бабу Росова. Ну, это кто, душенцы, что ли, баба Росова? Еще Мухоморова. Нет, там наоборот, там все понятно. Оно дружелюбное к тебе. Ты там чувствуешь, что это не народное. Я не знаю, как объяснить, очень тяжело. Но, наверное, вот максимально близко вот это именно так, как я сказал. А там ты как будто в чистилище попадаешь, в бесконечное, просто молишься, чтобы это все закончилось. Ага. Так что такие дела. Лучший унитаз для Доры. Ну, тогда Димончик победил уже. Он у нас лучший в этом плане. Так, тут что за пиздеж опять? Ладно, сейчас разберусь. Надо дубль поставить. И этот чем-то недоволен. Да чё? Чё началось-то? Вроде ж неплохо так общение складывалось. Не находите? И чё-то как-то разладилось. Кек, не кек, да нету вроде кеков. Кек, что баба Росова? Вот это кек. А баба из Ростова, это кайф. Тем более, которая платит, а не кидает, как некоторые. Еще и терпила, ну так. Может быть, стоит к ней присмотреться, Алилеш? Раз уж у нас не получилось в ФСБ... Может, в Ростов тогда рванем? Чё пиздит? Да сейчас решим, чё пиздит. Хочет новый контракт? А я не хочу ему давать новый контракт. Но чую, придется. Да ё-моё, сколько можно-то? А, даже так? А если вот так?
Алло. Заебись. Да-да. Ну как там с деньгами? Не заебись, конечно. А? Как с деньгами-то там? Собираем на рулетку, Сасу. Хорошо, договорились. На рулет. С маком. Спасибо огромное, Димончик, за поднять. Ну не трать ты бабки, ё-моё, там чё, в Гатчине так хорошо народ, что ли, живёт? У вас больше сотки баксов там мрот? По тридцатке разбрасываешься, второй стрим к ряду? Ты чё? Нихуя себе! Чё за запросы? Ну хотя человек по фамилии Буш, поэтому ничего удивительного. Ещё не всё потеряно. Думаешь? То есть, может быть, мы с чатиком обрастем такими серьезными связями? Да? Будем, если что, всем грозит твоей ксивой. Создадим анимешный ЧВК, как эти школьники сегодня сделали. Не сегодня сделали, а вообще сделали. Блин, там сегодня столько смешных приколдесов про это было. Всяких мемчиков. Ой. Хоть на что-то анимешники и школьники сгодились наконец-то, блядь. Гиркин хуй стрелку. Топ. Арунов. Арунов просто ППшник. Еще один может уйти. Блять. Ну, Олележник, будь ты такой злой. Мне аж неловко. Олележ, ты че такой злой? У тебя велосипеда нету? А? Кто на Надю напал? Карлуш. Ни велосипеда, ни усов. Ну у тебя зато есть красивая спортивная курточка, как у меня, и очечи. И просто природная красота, поэтому... Мне кажется, перебивает как минимум усы это все дело. Велик, конечно, штука такая, ее ничем не заменить, по себе знаю. Шумахер как-то разобил. Он еще и вырос. В 26. Ну, точнее, он до этого вырос. Я что-то к нему давненько не заходил, но он поровнее стал на порядок. Очень хорошо выглядит. Ну, творог во вкус вели. Я обязательно как-нибудь инвестирую их. Это будет одна тридцатая от курилочки, может быть, потенциальная. Может быть, это последняя, я буду бросать опять. А что-то она такая вкусная, что не хочется бросать, и так себя ограничиваю во всем. С другой стороны, каждую неделю по косарю за это говно отдавать с лишним. А с другой стороны, а за что еще отдавать тогда? Один хуй, сколько бы денег не копил сейчас на ремонт, все равно не хватит. Точнее, ремонт там, это ж бесконечное вливание бабок. Ту-ту-ту-ту-ту-рум. И выпуск вышел, да, я видал, там прикольная заставка. Обложка, вернее. А еще, вернее, скриншот, который послужил обложкой. Да, Вазол топовый. Но, может быть, конечно, другие вкусы не такие четкие. Может быть, Димончик, я тут не ручаюсь. Но вот с лимончиком и еще с чем-то. Блин, с чем же он? Пытаюсь прислушаться к своим рецепторам. Ну-ка. Хуй знает. Бери лимончик, Димончик. Пальтошку. Вон, бери, как у меня. У вас есть магазин «Фамилия» в Энгельсе? Какое пиздатое пальто за четверку там взял просто. В таком восторге. Теперь хожу как гусар по Питеру.
Ту-ту-ту-ту-ту. Блять, все что-то недовольны. При этом, блять, готовность никакущая. Заебали меня. Энергетик? Вечерком? Я даже вот после 6 кофе не пью, потому что я потом слишком перевозбужденный какой-то. И когда не могу уснуть, начиная себя накручивать что-то из-за кофе, у меня начинает сердце как будто бы как-то с большей охотой кровь качать. Мини-загон идет, поэтому... Да. Не, пальтишка тема вообще. Пальтишка темка. Только не берите светлое, как я. Я взял только из-за того, что оно единственное мне по размеру подходило, потому что под мою квадратную фигурку не так много вещей подходит, к сожалению. Буду красиво до магазина ходить. Во. Ну, может быть, будешь сидеть в пальто на алкостримах, на созвонах. Хотя не, я тебя больше не позову туда, ты запретки каждую секунду орешь. А потом под дурака начинаешь говорить, что я думал, что, блядь, ничего нет. А? Хорош. Кто на Надю напал? Так, а что я хотел посмотреть-то? А, все, вспомнил. О! Качай.
А, это из-за того, что перепечка больше на ПЗшнике, да, используется. У меня теперь нормальной ротации в центр нет. Ладно, пойдет и так. Если что, того бомжа привлеку из Сиона, которого я забрал. Don't stop me, meow. А, где 72к, там и пальто ляжешь. Надо же себя порадовать. А то отправят тебя вон в окопы. У тебя даже курсов оплаченных не будет. Майя, мяу, мяу. Целый день было холодно, теперь жарко. Блин, надеюсь, опять не заболеваю, как Калич. Туру-ту-ту. 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 Туру-ту, мяу, мяу. Да, знакомствами, самое главное. Вот уж что-что в жизни решает больше, чем светлая головушка, так это знакомство. Это 100%. А бы, конечно, хорошечно, когда головушка и котелочек твой немножечко варят. Но еще лучше, когда он хоть немножечко варит, и ты пару челиков знаешь, которые все уже наварили. Real top. Блин, у меня зимней куртки не было уже лет, мне кажется, 10. Я все время в каких-то полуосенних хожу. Зато красивых. Заехать и побазарить. Если что, говори, что у тебя знакомые скоро в ФСБ будут работать. Russian Mafia, все дела. Блин, как приятно видеть...
Не понимаю, почему, блядь, он позицию не учит. Под конец карьеры как-то хуйня началась вот с этим. Челики просто вот сколько раз. 2, 4, 6. 8 сезонов человек не может ЛЗ выучить. Че за бред? Не бухтеть, это другая паста. Паста не может быть другой. Это такая субстанция, такая материя, которая, ну, как сказать, она взаимодополняет и взаимозаменяет себя же в других пастах. То есть она не может быть другой. Паста есть паста. База есть база. Если ты говоришь базу, тебе не могут сказать, ну, блядь, эта база уже там, ну, где-то там из другого места. Нет, база — это база, а паста — это паста. Understand? Скорее бы, пацаны, весна, так хочу на дачу, не могу, прямо тянет к земле меня. Я какой-то будто бы крестьянин себя чувствую, хочется земелюшку попахать. Так раньше всегда дачу ненавидел и в ёбку там. Я просто не знал, что есть еще работа за компьютером, где ты сидишь и просто прирастаешь жопой к своему креслу. Очень надеюсь, что получится нормальный нет провести на целое лето, съебать туда. Буду со второго этажа стримить, с чердака. Почти как Дон Симон со студии. Стас отмолчаться может. Это да. Чингис мяу. Чингис мяу. Почему, не знаю. Обычная твоя тактика. Вот тебе вчера Лялеша записывал сначала два кружка, а потом еще два. Ты вот их глянул? Ну, может, я не знаю, почему ты отмалчиваешься. Может быть, ты это все смотришь, мотаешь на ус, конспектируешь. Принимаешь во внимание, но просто как-то обратную связь, что ли, вот хотелось бы слышать. Ну, уже не хотелось, уже похуй всем, но есть в этом проблема. Почему? Почему же дождик капает по лужам? Я сегодня видел его кружки. И что он говорил там? Стасян, не надо врать в вещах, которые очень легко проверяются. Я у тебя уже спрашивал, как там видос по Вадуцу. Ты сказал, красиво играли. А, Вадус хорошо играет, при том, что, блядь, видосы без матчей. Понимаешь, Стасон? В чем проблема? Не, проблем-то много, на самом деле. Кошка на Enter нажала. По ремонту сакром. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Ну, сейчас вот. Сейчас вижу, что посмотрел. Ну, до этого были персональные тебе сообщения. До прошлого бана там Алилеша, наверное, кружков 7 записал, рассказывая про курсы, про удаленку, про поиск себя, про понимание то, что тебе нужно. Въебал в это своих внутренних, я думаю, ресурсов и сил. Какое-то количество, скажем так. Не будем переоценивать его, конечно.
вклад во все в это дело. Он, конечно, не помер после того, как ты его заигнорил, но тоже впустую немножко энергии потратил. Я их не смотрел. Ну вот, видишь? При том, что ты сам поднимаешь эти вопросы, люди на них откликаются, и тут куда-то твоя инициатива пропадает. Испаряется, ну, Стас. Я тебя спрашиваю, так? Ну да, кстати, я про вчерашние кружки спрашивал, согласен. Ну там и вчера тоже было про... А, нет, там было только видно окно, согласен, согласен, согласен. Да, не, не со стыков очка. Очка. Блять, как он заебал. Это Лизольда Китагава Цунаёши. Блять, выносливость 17. И его причем, я думаю, что постоянно меняют, выходит, он отдыхает. Почему он постоянно не готов и постоянно ему нужен отдых? И постоянно, блядь, он возмущается, что ему мало игрового времени, но он еблан? Или сколько? Карлуш. Кто на Надю напал? Не трудно, всем трудно. Ты мне вчера все объяснил, Саня. Ну, одно мнение хорошо. Ну, я ж не истина в последней инстанции. Может, я хуйню какую-то нес. Не в себе был. А нескольких людей послушать уже получше-то. Чтобы составить выборку мнений. Ладно, 72, как хуй бы с ней. Тут же факт не в том, что ты там такую сумму потратил, а в том, что, блин, за курсы жирновато, на мой самосуд, так сказать. Ну, может быть, я, конечно, немножечко упустил, как там все сейчас происходит. Это нормальная цена уже абсолютно. Такая чисто по рыночку. Но за 72 куска они, ну, прямо... Сколько там? Должны месяцев 6 тебя вести и прямо в залупу целовать. Могу включить. Могу даже без тридцатки включить этот трек. Сейчас я буду пробовать еще раз рэпеть. Надеюсь, зайдет. Ну что ли? Пошел. Можно. Поговори с Антохой. Леш, ну это дохуя 72, это очень много. Может быть, там, конечно, супер-пупер курс. Я как бы не видел его. Там ссылочку ты не оставлял, только скриншот, по-моему. Моя игра. 98. Баста. Здесь. Это много. 2006. А в чем какое-то кардинальное отличие от бесплатных-то? Она мне принадлежит. Таким же, как и я. Моя игра. Моя игра. Но ты, может, просто из-за стресса решил так удариться моя из крайности в крайность? Ты переспи с этой мыслью. Моя игра. Мне это, конечно, насрать, деньги не мои, да даже если бы мои были, мне тем более насрать. Я столько денег в своей жизни проебал.
на чушь, на всякую. Но тем не менее. А? На Надю кто напал в итоге-то? Стало холодно, на севере тепло, а остальным я один сам по себе, сын только Бог, который смотрит на меня. Я много раз ошибался. Да, Роланд, так. Ты, кстати, я тебя спрашивал вчера, где ты пропадал, и ты... Который верить нельзя, он пользуется этим, поверьте мне, зря. Были а, и ты не ответил. А, у тебя еще и другой канал? Ой, другой канал, другая учетка? Учился на Яндексе, на другом ресурсе, сказали сильные курсы, блин, мне просто последний раз, когда сказали сильные курсы, я на скиллбоксе на такое говно попал, что хрен на них забил и потом просто по инету изучался. Не, сертификат это, кстати, хорошая штука. Это аргумент, кстати. Как сделать? Нужно скин поставить, в котором доступна эта функция. Вот, например, наиболее оптимальный лично для меня этот скин. Если что, его можешь загуглить. Если нужен 23-й, на 23-й FM могу тебе скинуть. Вообще в апатии был, потом ты пропал. Потом я в апатии был. И тоже замотался. Есть такое. Ну и что, все более-менее, значит. И на том спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Если хочешь летать, лети. Жизнь — это тоже игра. Как можно бесплатно проходить курсы на Курсера? Ну-ка. Ну-ка. Все равно никто туда не пойдет, наверное. Хотя знатоки английского у нас есть, конечно. Но мне кажется, там уровень владения должен быть ну, такой уже поприличнее. У обычного обывателя есть такое стойкое ощущение у меня. Звучит, как будто 72 купится, да. Если ты якобы бедный человек, который не можешь позволить, так. А кто, интересно, оплачивает это? Из чьего кармана это оплачивается, вернее, так? Не бывает же так, чтобы... Бесплатно было, мы все-таки такие времена же, да хотя в любые времена так было, рыночек всегда решал. Можно все что угодно, система автоматом примет через 3 недели, но это бах какой-то. Видимо, эта система не знакома с любителями халявы. Слабое звено больше не делает. А где это все делается? Или они боятся, что их за авторские права шлепнуть? И у них что, лицензия приостановилась? Как не делают? Просто студия какая-то сраная, проперженная. И все. Лицензия какой-то. Так а что они хуй просто не забьют?
Что британцы могут сделать нашей телекомпании? Интересно. На YouTube не смогут выкладывать, согласен. На YouTube ёбнут. А на телеке? Он же выходил где-то там на телеканале... каком-то, не звезда, блядь, на звезда такой фильм про Шойгу, про деда Шойгу выйдет, а как же его? Блядь. Где он там делался? Чё, не хотим, как всегда, западных партнёров огорчать? Даже в этом? Хотя на телеке хуесосы одни работают, чё от них можно ждать? Что хуй пососут, в принципе. Как бы база. Я не понимаю, почему кто угодно, кроме Шварцкопа, выходит. Его даже на замены не выпускают. Что, слабый, что ли? По-моему, 145 вполне себе есть, может даже 146. И всегда заменяют при этом. Оказался самый худший курс. Да, да, никогда не узнаешь. Поэтому лучше по бесплатке. Не, ну Алилеш сейчас аргументировал неплохо. Наличием сертификата там, в подобных конторах любят. Не то чтобы на это надрачивать, но... Не бесполезный документ. Не бесполезная бумажка, вернее. Вряд ли это документом можно назвать. На туризме. Но если наши наконец-то одумаются и начнут нормально бабки во внутренние... Да даже не надо, бабки не надо вкладывать во внутренний туризм. У нас столько мест. Надо трафик перераспределить, чтобы люди не в сраную османщину ехали. Жрать, блять, все подряд, во все включено. Куда-то на Байкал, на Курилы, ну, куда угодно. Мест, блять, миллион, в 100 раз пизже, чем где угодно. Просто как, за 90-е, за 2000-е просрали борьбу за мозги людей, теперь у всех, блядь, насрано просто в башке. Вдобавок и к существующим проблемам уже на месте со всем с этим. На ТВ-мир, во-во-во, точно. Факт, что они будут делать? А, ну вот, стандартная темка. Значит, еще попадешь, Антох, значит, еще посмотрим. Видосик с тобой, чё? Верим, надеемся, ждем. Тот же Крым, да. Да, миллион направлений. Блин, просто в лес в какой-нибудь наш выехать. Чуть дальше, чем ближайший город, уже охренеешь от того, как там... Мы не берем, конечно, какие-то там VIP-отдыхи. Так, для обычного работяги съездить, пропердеться, отдохнуть от завода. Финогрызов своих куда-нибудь выгулить и так далее. Смотрит на дипломы. Ну, в этой сфере вообще на дипломы почти не смотрит. Кстати, ты же на тестировщика идешь? Ну, как бы не особо смотрит. Может быть, на опыт работы на такой профессии или на чем-то схожем? Это да, именно на образование. Эта профессия-то недавно появилась относительно, ну как, полноценно вот так вот залетела, очень-очень крупненько. О, Golden Boy. Golden Ball. Здрасте. Да, тест. Я тоже, кстати, над этим раздумывал. Поговорил с батиным Кентиком, который работает там. Но что-то... Неохота.
передумал. Но если ты вдруг разбогатеешь, станешь миллионером, придется тоже пойти на курсы Яндекс. Открою два сбора. 100 рублей на то, чтобы активировать у Стаса рулетку, и 72 куска, чтобы купить курсы у Яндекс. Как вам бизнес-план? Да-да, неохота. Не, ну я так посмотрел, чем там народ занимается. У меня склад мышления другой, точнее, у меня просто... Я просто дегенерат, поэтому не особо мне подходит. Так, 1 января. Да. Так, сейчас тут надо проверить. Никто у нас там не уходит. Что это такое? Какая-то двойная линия образовалась. Я, конечно, не перфекционист, но она меня что-то вымораживает. Это там у нас Флорентина Плаза. Ну, кстати, я помню этого чела, хуясь. У меня склад мышления запоминать Флорентина Плазу какого-то челика с нарисованной в пейнте бородой. Ну, это мой склад мышления. Я засейвился, не знаю, но еще раз. Не поспел. Да, 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 конечно. Ну как, хотели отойти от советской методики, в итоге обосрались просто жесточайшей сподливой, и теперь как-то это все исправлять. Чем клятый совок так всем мешает, я понять не могу. Чем могу понять, там всякие обиженные. Это ладно. Да и по старым профессиям все то же самое. Тут не в новых профессиях дело. В системном подходе ко всему к этому. Но сейчас просто слишком быстро как-то все меняется в последние, наверное, лет 15, технологически именно. Да 20, наверное, да? Может быть, из-за этого не поспевает народ. Ну, не знаю. С нашего болота как-то так видится. Я, кстати, мотивированный чел. Хочу... 1000 человек в группе ВК подписчиков. Вот уже 3 года иду к этому. Когда там дороги уже откроются, аля Леш. Видимо, после косаря как попрет, да? Как заживу. Как подымусь. Ладно, к черту эти шутки дебильные. Лучше водичку попьем. Как не мы? Я вообще не мотивированный. Максимально не амбициозный, не мотивированный. Как ты живу? Образую. Ну, скоро дрочку, значит, будем.
хлеш. Бедные идейные учителя. Ну где бедные, где не бедные? Мне тут недавно пионерчик писал. Зарплату на 30к подняли, что ли. В универе. На 25. Так что где-то бедные идейные, где-то не бедные идейные. Такое. Я бы тоже не сказал. Не, конечно, хотелось бы, чтобы в провинции получали, ну, хотя бы половину, как в Москве. Конечно, хотелось бы. Но мы же все прекрасно понимаем, как это работает и почему так работает. И что в ближайшее время никоим образом иначе Марко Кабель, блядь, никоим образом иначе работать не будет. Ну, естественно, с доп-часами, да-да-да. Ну, куда же без этого? Сейчас на одной работе, мне кажется, весьма мало людей работают. В основном с какими-то дополнительными подработками. Да всегда так было, поэтому... О чем вообще разговор? Да, Стони, я тоже не понимаю, почему не так много. Тем более по твоему направлению. Тоже не понимаю. Блять, и Гер...